Ну что же, дорогие друзья, Париж, автосалон, октябрь 2018 года. Поскольку по-прежнему представительство Porsche в России продолжает юродствовать и не идет на контакт с большим тест-драйвом, нам приходится изыскивать другие возможности в обход русского офиса этой фирмы, которая пропагандирует шлобство. Так вот, новый Макан, естественно, брат, можно сказать, однояйцевый, но чуть помладше, чем старший, соответственно, Каен. Я скажу так, ребята, все гармонично, все гармонично. Огромное количество полочек для грязи, для нашей русской грязи, которая сюда ляжет толстым слоем. Да. Но зато, когда вы помоете заднюю часть, вы снова вернете красоту в свой автомобиль. Давайте посмотрим на багажник. А хрен, да? Багажник для тех, кто внутри. Багажник так просто не откроется у этого автомобиля. Что можно сказать о Porsche? Это гармония, ребят. Совершенство линий. Я бы сказал, даже... Ребята ногой пытаются открыть, да, багажник. У них нет ключа, как они откроют ногой. Садитесь. Сразу посмотрим. Несколько слов о боковой линии, ребята. Мне кажется, она простовата. Для Porsche. Что-то как-то простовато. Да. Цвет хороший. Вот эта вот накладочка. Еще проще. Пластмассовая от кактуса. Не особо. Сорян, брат, не смогу сесть сзади. Сейчас подвинусь, брат. Минуточку. Двигаюсь. Не получается? Ну, попробуй. Давай. Давай, тащись сюда. Так, сейчас мы найдем, как управляется это. Помните, у нас с чего началось общение с Porsche? С того, что мы не могли найти кнопку подогрева руля. Сейчас я нашел кнопку управления рулевой колонкой. Ну, я считаю, что, в общем-то, это дорого. Это мультизадачная история, парни. В то время, когда все автопроизводители массово отказываются от физических кнопок, Porsche говорит, мы верим в кнопку. Давайте вот посчитаем. Вот давайте, моя навскидку, здесь 20 с хером кнопок. 20, давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять и 30. А еще вот кнопки. И тут кнопки. Да хрена кнопок. Чуваки, больше 40 кнопок. Мне кажется, это круто, когда в машине столько кнопок. А, вообще, вот ощущение, когда дверь открываешь, это кожаная машина, ребята. Кожаная. Очень много кожи. Очень много, и она как бы вот бросается в глаза. Вот этот вот потолок серого цвета. Мог бы быть кожаным или из алькантары, как минимум, правильно? Мог бы. Но зачем? А еще вот здесь кнопок-то херова туча. А смотрите, как медленно включается свет, так что он, в общем-то, вроде как и не включается. А, ну он не включается. Руль отличный. Слушай, руль вот с этими прорезями. Какие с этими прорези? Блоками. Вот, ну, эти болты, да? Болты, не-не, очень круто, очень дорого, очень по-спортивному. Да, все. И интересно, что смотрите, поскольку все-таки Porsche входит в Volkswagen Group, да, если Audi и Volkswagen уже отказались вот от этого классического ваговского переключателя блока света, да, то в Porsche, опять же, отказываться не собираются, они считают, что у этого переключателя есть еще будущее. Ну и гашетка. Где гашетка? Вот она. Вот это гашетка? Нет. Вот это вот гашетка? Гашетка. Вот это гашетка? Да. Понимаю. Переключение режимов. Режимов, я понимаю. Да нет, ну, конечно, это Porsche, ребята. Это Porsche. Единственное, я волнуюсь, что сзади нет места. Ну, оно есть как бы. Но... Хотя я не упираюсь, опять же, коленками. Очень странно. Потому что тут ведь есть некоторый парадокс, мой мальчик. Но. Можно было бы сказать, что Макан – это для девочек. Да. Хотя мы ездили на Макане, он произвел на нас хорошее впечатление. Да? Ну, конечно, для но девочек. С другой стороны, но девочки, которым покупают Маканы, у них, я считаю, ноги не короче наших с вами. Согласен. Поэтому как-то сзади бабка, например, или свекровь, она будет немножко тесниться, да? И меня смущает музыка Бозе. Бозе в Porsche стоять не должно. Не должно. Это не тот уровень. Даже гребаный
Бар, бурмастер. Да. Да, и то, ну хотя бы пишется как-то долго. Бурмастер. Не, дорого пишется. Дорого. И потом, смотрите, аналоговый тахометр, да? Ну, колодцы классические. Вот, и маленький цифровой спидометр. Ну, в общем, здесь как-то, честно говоря, мысль, она закончилась. Подзадержалась. А включите этот мультимедийный экран-то. Давайте. Что там? Вот, а где он включается? Во. Вот. Ну, какой-нибудь меню. Вот медиа, вивре, кар, навык. Не, ну он прорисован. Вот. Прорисовано все хорошо. Двигается все, ну, с некоторой, с небольшой задержкой. То есть вот я двигаю, а это как бы вот отодвигается позже. Вот так вот. Да? Нет, ну, видишь, люди все-таки вот здесь должны ездить классического склада ума, да? Угу. Это тебе не Мерседес. Согласен. Здесь люди хотят кнопки. Ну, все, что, поздравляем, да? Поздравляем. И не ждем на тесте. А, давайте так, ждем, наконец, смены пиар-менеджеров в Москве, да. Чтобы туда пришли по-настоящему прогрессивные люди. А как они, с другой стороны, придут прогрессивные, если они до сих пор делают кнопки, чувак? Вот когда вот они сменятся, когда перестанут здесь делать вот эти гребаные кнопки. Зачем они здесь, эти кнопки, сука?